ചിന്ന കുറവ്. Никто пока объяснить не может. Омар Магомедов навестил семью чудо-младенца. Сначала следы на коже младенца родители воспринимали как родимые пятна, потом как раздражение, послеродовые шрамы. Опасаясь за здоровье ребенка, молодая пара вызвала врачей скорой помощи, но медики только развели руками. Стих из Корана, но записанный и прочитанный не в священной книге мусульмана, а на ноге маленького Али. Арабские буквы, слова, а потом и целые тексты стали появляться на теле у ребенка сразу после рождения. Когда родился, у него были гематомы на лице. Был синяк вот тут на подбородке и под глазом. Когда уже синяк отходил, вот эта буква осталась, там Аллах, с надписью Аллах. Родители не верили своим глазам и на всякий случай фотографировали незнакомые надписи. Когда неясные графические очертания стали превращаться в загадочные фразы, позвали муллу из сельской мечети. Имам Абдулла, увидев это чудо, долго не мог прийти в себя. В тот день на ножке малыша снова проступала арабская вязь. Сейчас Али 9 месяцев, дважды в неделю. Цитаты из Корана, аяты и хадисы. Надписи можно увидеть в понедельник утром и в ночь с четверга на пятницу. Но она ночью появляется, и он очень сильно мучается. 40 температура, его на руках невозможно бывает держать. И мы тоже переживаем за него, никакие лекарства ничего не помогают. Первую надпись «Аллах» мама сфотографировала еще в роддоме. Затем арабская вязь начала появляться в августе, накануне праздника Рамадан. Теперь в семье Якубовых есть целый фотоальбом цитат на теле. То на руке, то на спине, то на лице, то на лбу. Это знак «Аллах». Вот эта надпись на ноге – это «Аллаху Акбар». Это итак, «Аллах Велик». Об этом рассказали в мечети, и местный имам сначала посоветовал. Если бы вы знали то, что я знаю, вы смеялись бы мало, а плакали бы больше. Районные власти уже объявили, семье Якубовых построят двухэтажный особняк. Владимир Кобяков, Вадим Гончаров, Игорь Малышев, НТВ, Кизляр, Москва.